141 новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Югре. Больше всего заболевших в Сургуте. Заражение подтвердилось у 42 сургутян. В Ханты-Мансийске 23, а в Нижневартовске 22 заболевших. Новые случаи зафиксированы еще в 15 городах и районах округа. На момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции 0,94. Состояние 105 пациентов медики оценивают как тяжелое, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 2 человека, вылечился 161 югорчанин.